Ну и что это за козел? Кто он? Что он? Рассказывай. А тебе зачем? Расскажи. Может, тогда пойму, как помочь. Да не знает она ничего. Только сплетничать умеет и все. Если хочешь узнать что-то про Настю, езжай к ее матери, она в соседнем городе живет. Хочешь, адрес узнаю? У меня папа в паспортном столе там работает. Может, да, спасибо тебе большое. Я буду рада любой информации, ладно?